в этой солнечной сказке так много подарено, так много открыто сердцу, уму, потому что это же нужно все осознать, чтобы притворить в жизнь, чтобы воплотить. И каждая открытка, она не зря же, да, именно открытка, она открывает какую-то одну из граней, ну, может быть, даже не одну, а тоже как соединение того, как можно действовать, того, как можно вновь и вновь открывать эти знания для самого себя, для своего сердца. Встречаешься с любой из открыток, и, я не знаю, как-то на душе светлее, что ли, радостнее становится, потому что столько тут того ценного, что нужно знать, того, что нужно, можно научиться воплощать, чтобы эта солнечная сказка, она была, ну, приходила в нашу жизнь. Очень интересно. Прям такое, правда, знаете, как целая какая-то карта открывается жизни. Очень полная такая, глубокая жизнь. Интересно. Хотя вот, ну, да, слушали, читали, оно как-то открывалось вот с этой грани, с этой грани. А здесь так разложили, как будто карту разложили. Такой маршрут. И, знаете, ну, маршрут не просто вот по горизонтали, а туда вглубь и ввысь, вот такой вот большой. Это как напутствие на каждый день жизни. Вот, чтобы воплощалось любящий свет, мы все, да? То вот напутствие на каждый день, на каждый день. Mm-hmm. В каждой открытке столько чувств вложено. В каждом слове. Сердце отзывается, и уже чувствуешь, и хочется рукой прикоснуться с карандашом. И тоже, и с чувством каждую букву наполнить, чтобы душой трудиться.